В этот день в перерывах между музыкальными и творческими номерами все внимание зрителей было приковано к главной сцене. На нее поднимались, чтобы получить заслуженные награды, лучшие работники Кировского филиала акционерного общества «Апатит». Обогатители, дробильщики, слесари, машинисты, операторы и другие специалисты, каждый из которых вносит свой неоценимый вклад в стабильный производственный процесс. На торжественной церемонии награждения почетные гости особо отметили, коллектив – это главная ценность предприятия. Именно сплоченная команда, которой сегодня гордится компания «Фосагро», позволяет выполнять самые высокие производственные задачи и справляться с любыми сложностями. За профессионализм и добросовестный труд работников поблагодарил директор Кировского филиала акционерного общества «Апатит». Андрей Абрашитов отметил, 90-летняя история и трудовая слава предприятия – это заслуга коллектива. Это те люди, которые за свой трудовой путь отдают частичку себя, своей жизни, оставаясь преданными родному предприятию и своей любимой профессии. Спасибо вам за вашу работу. Благодаря ей мы сегодня уверенно смотрим в завтрашний день. Мы продолжаем развивать горно-обогатительное производство. Огромное количество высокотехнологичных, перспективных и социальных проектов. Работников предприятия поздравила директор по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Фосагро» Светлана Афанасьева. Она подчеркнула, компания сегодня занимает особое место в экономике России, производит высококачественную продукцию, обеспечивает продовольственную безопасность страны. А в центре этой важной работы, на первом месте, люди. Безусловно, не производственная мощь, хотя в том числе, конечно, и она, не производительность фабрик, не то современное оборудование и технологии, которые работают на производстве. Это в первую очередь заслуга каждого из вас. И поэтому низкий поклон всем тем, кто работает на предприятии и кто помогает им в этой работе. В свою очередь депутат Госдумы России Татьяна Кусайко отметила, очень символично, что День химика совпал с днем рождения Мурманской области. Обращаясь к работникам предприятия, парламентарий подчеркнула, именно вы пишете историю нашего региона. Моя искренняя благодарность вам за ваш труд, особенно, конечно же, за тот вклад, который отмечает компания «Фосагро» в развитии, в социально-экономическое развитие нашего региона. Поздравления химикам записал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он отметил, что в регионе появляются новые возможности для развития экономики. И немалую роль в этом играют специалисты, которые сегодня работают в химической отрасли. Сегодня наша минерально-солевая база – это основа и для экономики Мурманской области, и весомый вклад в развитие нашей страны. Я благодарю вас за самоотверженный труд, за настоящую любовь к своему делу. Желаю вам успехов, удачи, профессионального роста и, конечно, еще больше открытий, еще больше проектов. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм, ведомственные награды, благодарственные письма и подарки на сцене получили почти два десятка тружеников Кировского филиала акционерного общества «Апатит». В этот день также профсоюз поощрил лучшую работницу химической отрасли. Ей стала оператор пульта управления производственной службы «АНОВ-3» Антонина Балакина. Ей вручили сертификат на исполнение желания. В канун Дня защиты детей ценный подарок получил и дежурный электрослесарь по ремонту оборудования Кировского рудника Евгений Виноградов. Он отец пятерых детей. Ему и его семье подарили новые велосипеды.